Юбилейный 25-й Сабантуй широко отпраздновали в поселке Буланаш. На стадионе «Шахтер» собрались дружным кругом представители разных национальностей – татары, башкиры, русские. Сабантуй – веселый праздник, праздник дружбы и труда. Пой, играй и смейся громко, и танцуй, как никогда. Шум, веселье над полями, веселись, батыр, ликуй. Всем народам дарит радость славный праздник Сабантуй. Друзья мои, разрешите с вашего позволения прошлогоднему нашему батыру Кузьминых Денису, кандидату в мастера спорта по рукопашному бою, поднять флаг Сабантуя. Бүгін бәйрәм, зур бәйрәм, матур жырлар, жырлый-жырлый, уйныйбыз әйлән-бәйлән. Шатлыклар күңелебездә, ал кояш күгебездә. Килегез, дуслар, кунакка, Сабантуй бүгін бездә. Мы ворота отворяем широко для всех людей. Заходите, дорогие, с вами праздник веселей. С праздником Сабантуй всех собравшихся искренне поздравили официальные лица, гости праздника. Я вас всех от всей души поздравляю с этим великим, с этим, наверное, мощным самым праздником Сабантуй. Этот праздник очень древний и вечно молодой. Он олицетворяет собой вечные традиции татарского народа. Я хочу вам от всей души пожелать мира и процветания вашим домам, мирного неба и крепкого уральского здоровья. С праздником, Сабантуй! Уважаемые жители поселка, гости, я рад приветствовать вас от жителей города Алапаевска. Мне было очень приятно позавчера, когда приехала такая уважаемая делегация из города Артемовск и Алапаев, чтобы пригласить меня на этот прекрасный праздник. Приехал председатель Думы Константин Михайлович Трофимов, приехал многоуважаемый Тагир Нурудинович, фамилию можно не говорить, его и там знают, и его уважают далеко, за пределами Артемовского городского округа, за его вклад в жизнь поселка и города. И не каждый день мечети строятся, и храмы строятся, это его знает, наверное, вся Россия. Вам я благодарен, спасибо, что вы меня пригласили. Я с удовольствием сегодня с вами. Дорогие друзья, это прекрасный праздник. Хочется мне пожелать нам всем, чтобы мы побольше улыбались при встрече не только на празднике, да и так, при каждой встрече. Поверьте, улыбки, продолжительность жизни вот очень сильно влияет. Давайте будем улыбаться друг друга, любить, уважать, благодарить. С праздником, друзья! Мы живем в многонациональной стране, и сегодня мы все вместе. Побольше нам таких прекрасных праздников. Побольше нам хорошего настроения. Желаю всем мира, добра, счастья. Всех с праздником Сабантуя. Приветственное слово президента Республики Татарстан Рустама Миниаханова участникам Сабантуя передала исполняющая обязанности постоянного представителя Республики Татарстан по Уральскому региону, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Фавия Сафиулина. Хайрли кун, хурматли кардашлар, кадерли дуслар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Как мило у нас в родном поселке Буланаш каждый год проводится на высоком уровне наш национальный праздник Сабантуй.
он уже давно стал межнациональным и любимым праздником всех народов, которые проживают на территории Артемовского городского округа. Разрешите зачитать приветственное слово президента Республики Татарстан нашему великому празднику. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени Государственного совета, правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй. Приветственные слова и поздравления с замечательным праздником прозвучали и от соседей ирбитчан и екатеринбуржцев. От имени и по поручению жителей города Ирбита, Ирбитского района, поздравляю с праздником Сабантуй. Желаю здоровья, счастья, благ, хорошо провести этот праздник. И, пользуясь случаем, приглашаю всех 9-11 августа на нашу ирбитскую ярмарку. С праздником! Поздравляю вас с Сабантуем. Если мы сегодня празднуем праздник Сабантуй, значит, мы с вами вместе очень хорошо поработали и имеем право отдохнуть. Сабантуй – это радостный, светлый, добрый праздник. Он не только спортивный, но и очень вкусный. В этот день я желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения. С праздником! Прекрасным подарком для всех собравшихся на юбилейный 25-й Сабантуй стала яркая, колоритная концертная программа в исполнении артистов из Республики Татарстан, а также буланашского коллектива «Тан Йолдызы». Сейф меня отлащил, Греган не шатта уйламадым, Мишиган на дышила сына, Поем на рынке пайры сына, Уйда сине не смегли, Поем на рынке шерла повели, Сина была три смели, Поем на рынке пайры сына, Уйда сине не смегли, Пока одни участники большого праздника наслаждались музыкой и песнями, любители спорта активно состязались в различных спортивных мероприятиях. Все гости праздника Сабантуй получили невероятный заряд бодрости, радости и позитива. Мне очень приятно находиться сегодня здесь, такой замечательный день, в поселке Буланаш на 25-м юбилейном Сабантуе. Вообще, я здесь уже не в первый раз,
наверное, раз третий или четвертый. И, во-первых, всегда здесь хорошая погода. Что это означает? Что здесь живут замечательные, хорошие люди. Вообще, организация мероприятия всегда ежегодно радует, всегда все четко по регламенту, люди всегда позитивные, люди всегда хорошо принимают тебя как артиста, а для нас, для артистов, это один из самых главных критериев. А во-вторых, собственно, я хочу поздравить всех Буланаш с этим замечательным праздником, хочу пожелать мирного неба, успехов огромных, здоровья, ну, всего самого-самого доброго, чего можно только сказать. Уважаемые люди поселка Булнаш, поздравляю вас с праздником Сабантуя и здоровья, и счастья в жизни. Замечательный праздник Сабантуй, очень хорошая организация. В этот солнечный прекрасный день нас порадовали выступлением хорошие артисты. Я сама приехала из Казани, но моя маленькая родина – это поселок Буланаш. Я очень счастлива за своих земляков. С праздником! Бейрем лян сызны! Очень мне нравится этот праздник. Я много лет хожу сюда в этот праздник. Короче говоря, я здесь живу с 55-го года, 1955 года. И каждый год я на Сабантуе бываю. Очень мне хочется, чтобы народу было побольше. Очень хороший праздник. Праздник всего народа, это не имеет значения национальности. Хадрилим Ташлар. Миссис Гатрилим. Каждый гил Савантуйда Буларга. Хазыр халыка зайды. Ну, пожалуйста, яшлар. Бетенегіз келегіз Савантуйга. Савантуй айбет байраму. Мне очень нравится бу бейрам, бүтін национальностың бейрамы бу, яз бейрамы, пшен бейрамы. Келегіз, пожалуйста, Сабантуйына. Праздник Родина, праздник поселка Буланаш. Сегодняшний праздник очень замечательный, как и, в принципе, ежегодный Сабантуй. Всегда проходит очень хорошо, весело, задорно. Все стараются, руководители стараются. Наш ансамбль принимает участие каждый год. Никогда не было, чтобы мы что-то пропустили. Сабантуй уже давно перестал быть национальным праздником. Он уже давно стал любимым праздником всех народов, которые проживают на территории городского округа. По всей области мы проводим более 40 сабантуев. И знаете, Буланашский сабантуй для меня роднее и веселее. А почему? Потому что, наверное, потому что львиная доля моей жизни тоже прошла здесь, на Буланаше. Многих людей знаю. Во-вторых, тут люди искренние, тут люди от души принимают участие во всех соревнованиях, состязаниях. И с удовольствием смотрят концерт, который мы привезли вот, из Республики Татарстан. Вклад Тагира Нурдиновича Тухбатуллина тут вообще неоценим. Хочу сказать всем организаторам огромное спасибо. Этот праздник, он действительно он настоящий, народный праздник. И я думаю, что все буланашцы, все артемовцы по достоинству это оценивают и с удовольствием здесь принимают участие. Один из организаторов традиционного для поселка Буланаш праздника – почетный гражданин Артемовского городского округа и поселка Буланаш Тагир Тухбатуллин отметил, что Сабантуй сегодня стал общенациональным праздником для всего Артемовского городского округа. Его статус с каждым годом становится все выше и выше. Этот праздник, который объединяет нас, всех людей, всех национальностей, я вот сегодня наблюдал, ведь если смотреть списки победителей, там, наверное, процентов 10 только татары и башкир, а все остальные разных национальностей. И вот это радует, что мы едины. Коли мы едины, значит, мы непобедимы. И, конечно, немножко сейчас смотришь с грустью. Готовились долго, суеты было много. И так раз и завершилось. Погода была отличная. Я думаю, статус нашего праздника с каждым годом повышается. Я хочу сказать огромное спасибо депутату
Заксобрания Свердловской области Некрасову Кириллу Александровичу, который обеспечил суперпризом, призом за первое место в борьбе кряж среди мужчин. Да, всех спонсоров хочу отдельно поблагодарить. Если б не они, скорее всего, наверное, этот праздник не состоялся бы. Что учесть на будущий год? Да, наверное, хотелось бы более теплого, трепетного отношения со стороны администрации. А все остальное, я думаю, мы сможем, мы сделаем. Завершением праздника «Сабантуй» стало награждение победителей по всем номинациям прошедших спортивных соревнований, а также в национальной борьбе на полотенцах «Куреш». Здесь главным призом был живой баран. Самое главное, суперприз достается Кузнецову Сергею. Прошу. Суперприз на шею. Пойдем, придется, давай.